Друзья, всем привет! Снял этот ролик специально для вас, для людей, которые хотят арендовать жилье в Испании. Столкнулся я с такой проблемой, вернее не я, мой товарищ. Проблема, которая была, во-первых, сняли жилье на год. То есть контракт был на год через Асьенду, то есть официально через налоговую, с печатами, с подписями. Взяли три фианцы. Фианцы — это три квартплаты за 3 месяца вперед, хотя так делать нельзя. Закон гласит, что только можно брать одну фианцу, то есть одну квартплату. И то эта квартплата идет за мебель, там, они взяли три, это первый факт. Второй факт, что в контракте не было указано адрес хозяйки. То есть они специально так сделали, чтобы обмануть, затянуть время. И ситуация какая произошла? Произошла такая ситуация, что человек прожил 7 месяцев, и сложилась так ситуация, что ему нужно было уехать. И он пошел в иммобилярию, то есть фирма, где иммобилярия — это фирмы, которые арендуют, занимаются арендой и продажей жилья, и говорит, что вот так, они говорят, что звони хозяйке. Позвонили хозяйке, хозяйка сказала, что я ничего не знаю, и все, контракт на год, иди типа нафиг. Закон гласит, что в течение, если человек прожил 6 месяцев, он имеет право разорвать контракт. Закон я вам напишу в ссылке, конкретно, чтобы вы знали. И что самое главное, мы начали звонить хозяйке, в иммобилярию ходили, никто ничего. Что мы сделали? Мы взяли, отправили по бурофаксу. Бурофакс — это уведомление с обратным приходом, то есть уведомляется человек, и мы сделали уведомление, и буквально через уведомление мы написали за то, что мы расторгаем контракт согласно закону. Эти есть уведомления в интернете, то есть вы можете набрать. И буквально через день хозяйка позвонила, и все хорошо, все нормально, и мы пошли, и как бы решилась эта проблема. Если что не будет ясно, пишите в комментариях, я уточню. Все, всем пока, все хорошо. Друзья, забыл сказать вам про Бурофакс. Бурофакс — это уведомление, стоит оно у нас 30 евро в Испании. Отправляется Бурофакс из почты испанской, с Correos. И Бурофакс — это есть гарантии, что человек получил официальное уведомление, то есть это по закону, то есть это есть доказательством, вдруг для суда, мало ли каких проблем, это, то есть официальный документ, где указывается число и время и дата конкретно, когда человек получает. И в Бурофаксе самое главное, нужно указывать точные данные, точный адрес и по возможности ДНИ человека.